Бытовая техника ко дню работников сельского хозяйства. Сегодня ким города Мирам Смагулов отметил организаторов и участников традиционной ярмарки Ауылбереке. Ценными подарками наградили наиболее активных сельчан, глав крестьянских хозяйств и, как отметил градоначальник, тех, кто внес вклад в благосостояние населения. Сегодня в зале собрались те, благодаря кому столы и лавки Ауылбереке ломились от изобилия мяса, овощей, фруктов и меда. В преддверии Дня работников сельского хозяйства аким города Мирам Смагулов отметил почетными грамотами и ценными подарками самых активных организаторов и участников сельхозярмарки. Уважаемые участники сельскохозяйственной ярмарки, вы внесли огромный вклад в повышение благосостояния населения и обеспечение социально-экономической стабильности города. Сельскохозяйственные ярмарки стали традиционными. В Караганде для горожан это отличная возможность приобрести необходимые продукты по ценам ниже рыночных, а фермерам представить свой район и реализовать продукцию. Григорий Бодик, начальник отдела сельского хозяйства и ветеринарии Сакарского района. Сегодня его коллеги, местные аграрии, получили от городских властей ценные подарки, пылесосы и телевизоры. Я от огромной армии аграриев Сакаровского района поздравляю всех сельхозтоваропроизводителей Каргандинской области. Желаю им, во-первых, крепкого здоровья, больших успехов и в 2013 году, чтобы этот год порадовал хорошими, добрыми показателями. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.